Вот этот замечательный проект только состоялся. Я думаю, что фантазия Сергея Юрьевича. Он иногда пускался фантазировать на этот счет, но нет, не думаю. Эксперимент закончился, к сожалению. До сих пор Россия там на Дальнем Востоке утвердилась, я бы сказал. Ну, будет надеяться на будущее. Уже без всяких аренд. Да, спасибо. Ну что ж, Дмитрий Павлов, доктор исторических наук, замдиректор Института российской истории, был у нас в студии, вел эту передачу. Михаил Соколов, всего доброго, до свидания. Цена революции. С Михаилом Соколовым. Эхо Москвы. 23 часа в столице. Здравствуйте, в студии Оксана Пашина. На эхе краткие новости. Сергей Куров, расстрелявший в Тверской области 9 человек из ружья, убил их из-за того, что они не поверили в его службу в десанте. Массовое побоище спровоцировали насмешки пьяных знакомых. Об этом ТАСС рассказали в Следственном комитете. Произошел, когда разговор зашел о службе в армии. Этот стилет был освещен, сказал, как вместе с сослуживцами прыгал с парашютом и разбивал кирпичи. На нем стали смеяться, а кто-то сказал, что Егоров вообще не был в армии. Когда преступник съездил за ружьем, войдя в дом, он произнес: «Сейчас я вам покажу, как я умею стрелять», и открыл огонь. Некоторые жертвы успели выбежать из дома, и он застрелил их во дворе. Одной женщине удалось выжить, спрятавшись под одеялом в мансарде, именно она вызвала полицию. Егоров был задержан на территории Ставочского Товарищества. После смерти пятиэтажек цены на жилье в Москве упадут, об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу НТВ. «Я думаю, что цены точно не будут расти, а скорее всего они будут несколько снижаться», — сказал мэр. Он пояснил, что в Москве строится катастрофически мало жилья относительно других регионов, поэтому цены на него высокие. По словам Собянина, программа смерти пятиэтажек позволяет строить дополнительное жилье, которое будет давить на рынок, за счет чего цены упадут. Глава Роснефти Игорь Сечин считает, что целью санкций, введенных в отношении российских компаний и граждан, является влияние на выборы в стране. Об этом он заявил в интервью газеты Financial Times. «Я не люблю говорить про санкции», — отметил Сечин, — «я уверен, что они абсолютно неоправданы и даже незаконны. Нужно переносить политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международных отношений, мы не формируем политику». Сечин пожаловался также на то, что политические вопросы влияют на финансовый результат Роснефти. Если раньше капитализация компании составляла 93 миллиарда долларов, то уже за эти санкции она уменьшилась до 60 миллиардов. В мае в этом году в Москве стало самым холодным с начала 21 века, об этом сообщает гидрометцентр. Средняя температура составила меньше 11 градусов, что норма больше, чем на 2 градуса. Осадка с мая выпала 84 миллиметра или 164% месячной нормы. В целом, это план Москвы, в температуре плюс как нормы за счет 6 марта даже немного ее превышает, отмечают синоптики. Это ночью в Москве от 4 до 6 градусов и небольшой дождь. Оксана Пашина, служба информации и Это дополнительно подстегнуло лидеров прошлого сезона, а борьбу сделала более.